Наше тело не создано для покоя. Мы совершенный биомеханизм, построенный природой не ради кресла и постели. Каждодневные нагрузки обращают в пыль железо и титан, но мы лишь становимся сильнее. Пока вода точит камень, мы создаем свое тело, подобно скульпторам, медленно и верно. Мы из тех, кто, просыпаясь, радуется новому дню. Потому что сегодня мы станем лучше. Дорога для всех одна. Кто-то уже далеко, а некоторые лишь в начале пути. Но абсолютно не важно, где вы сейчас. Главное — никогда не останавливаться. Движение — это и есть жизнь.